перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Короче, всем привет. Это, блядь, Соломуля, пацанва, это РБЛ Battle. И вся хуйня. Короче, я, блядь, почему эфир-то запустил? Прикиньте, пацаны, короче. Прихожу домой, я целый день пил. И понимаю, что, блядь, типа, я хочу еще пить. Я уже домой приехал. И типа, блядь, варика пиздовать обратно у меня уже нет. А я, короче... Блять, так скучно, пиздец просто. Я, короче, лежу, просто понимаю, что, блять, спать не хочу. И думаю, блять, типа, дай-ка, думаю, нахуй трансляцию запущу, может, блять, не знаю, на вопросы поотвечаю. Ну, хотя бы что-нибудь поделаю, чисто, чтобы хуй не пинать, потому что, блять, типа, реально очень скучно что-то стало, короче. И поэтому такие дела. Короче, что-то мне подсказывает, по-моему, сердечко, что зашла моя любимая Наташа на тусик. Вот. Не знаю, блядь, сердечком чувствую. Салют, Лиза Шубина. Короче, всем привет, тосики. Бля, короче, ребят, очень стало скучно, просто пиздец. Потому что, ну, блядь, пить нечего, блядь. Я уже давно приехал домой, блядь. Делать абсолютно нехуя. И, короче, решил я тут запустить трансляцию чисто ради интереса, потому что, блядь, ну реально больше делать нечего, абсолютно. Как относишься к тому, что батл с ПМом будет судить один из его лучших корешей Тирэпс? Я не знаю, кто будет его судить, честно. Мне 18 лет, задку не буду делать, у меня коленки пизда. Это голуби злые, вся хуйня. Когда первые выпуски ФБ, не знаю, скоро. А мысль поспать тебя не посещала? Слушай, посещала она, типа, блять. Да не хочу я спать. Где зуб проебал? Ты еще раз говорил с таксистом, пиздился пьяный в сопле. Ване Ряпову, конечно, привет Ване Ряпову, однозначно. Когда видос с прыжками на земле, очень не скоро. Обдолбанный такой, ну я просто с похмелья, типа. Я говорю, я пил целый день, и поэтому сейчас не очень хорошо себя чувствую. И, блядь, на самом главном, мне очень скучно, типа, блядь. Я хочу пить, короче, а мне, блядь... Не с кем это сделать, короче. Во-первых, у меня нет собутыльников. Во-вторых, у меня нет, соответственно, выпивки. Поэтому, если бы у меня сейчас были собутыльники и выпивка, я бы, скорее всего, не запускал бы сейчас эфир. Тебе пьяному лучше батлить, чтобы не волноваться. Да, согласен, абсолютно. Блять, ребяточки, пиздец. Охуеть. Кто-нибудь есть владимирский, кто готов... со мной вот прям вот сейчас пойти куда-нибудь выпить, потому что, блядь, такое настроение, просто бухать хоть всю ночь, короче, типа, хоть, блядь, несколько дней подряд. Хапа, стрижка, шишка, вся хуйня, да-да-да. Выйдешь из группы, не выйду из группы. С кем батлить будешь? Не скажу, с кем батлить буду. Катя, ты, конечно, мой собутыльник, но я думаю, в данный момент ты не сможешь сюда приехать. Кто пизже, Максом Паровоз или Замай? Кто-нибудь вообще есть лучше за Мая? Легкой эротики от плеча Палмдропова. Ну, зацените. Даже такая хуйня есть. Ап. Надо эротика, да? Расскажи, почему у тебя такой ник. Ну, короче, бля, потом просто, я думаю, подробнее об этом расскажу. Где-нибудь, как-нибудь, когда-нибудь, просто не сейчас. Типа, я уже кому-то рассказал, кому-то еще нет. Так. Тебе не похер, с кем пить? Да, чувак, мне похеру, с кем пить, просто, типа... Сейчас у меня нет собутыльников, блять, ну ни одного, ну пиздец, у меня нахуй все друзья слились куда-то. И, блять, мне просто не с кем пить и нечего пить. Если бы был хоть один из этих пунктов, я бы что-нибудь придумал. Так, будет видос с Озоном? Нет, я думаю, очень не скоро.
Что за секс? Это я. Как бы, блядь, ничего особенного. Тату как липа из бесстыжих. Да, чувак, так как у липа из бесстыжих, именно как у него. Типа не то, что я закосил под него, я просто посмотрел и думаю, нихуя себе, я так же хочу, и чисто по фану сам себе сделал. Скажи, пожалуйста, что сказать, я не увидел, типа, что ты там задавал. Не увидел, чувак, что сказать. Когда будет интервью с тобой в ПКФР, не знаю, как Скита сделает. Сори, но ты живешь не в Москве. Сори, но я живу не в Москве, да. Блять, нахуй Москву, не люблю там жить вообще. Я жил в Москве полгода, типа, и меня это заебало, просто пиздец. Типа, мне Москва нравится как город, в который можно приехать, ну, типа, блять, не знаю, на выходные потусить, короче, и так далее. Но, блять, жить там, когда ты вот только туда переехал, и, типа, живешь там не всю жизнь, это полный пиздец. Всегда синий, сейчас не очень синий, более-менее. Кто будет судить ФБ? Да не знаю я, ничего не могу сказать. Тебя слишком много в инсте, готовился бы, а то напоришься на браге. Ну, короче, похуй вообще. Подготовиться я успею, поверьте, ребятки. У тебя рэперское ебло ждут треки. Хуя себе, я вот такого еще не слышал ни разу, но спасибо. Треки будут после сезона, я думаю, обязательно. Бесстыжие, да, охуенные. Них смешарик тебе больше идет. Нет. Все так говорят, даже я 2 недели чуть не померла там. Где живешь? Во Владимире я живу. Охуенно я живу. Ты как мой диплом, такой же синий. Ну, блять, типа, хуй знает. Приезжай в Москву, затусим, подвезем бухло и по клубам. Чувак, напиши мне в ЛС, я думаю, я тебя найду. Всех бесстыжих посмотрел, да. Он просто за день до батла готовится. Ну, не за день, я думаю, блядь, ну, как, за... дней за 10 примерно, может быть, за недельку. Приезжай на выходные, ну, типа, если я буду в Москве, то, чувак, напишу, главное, напиши мне в ЛС, и я не забуду об этом. Где можно попрыгать в Москве? Ну, в Дуэ Флипе, наверное, типа, заебись, самая охуенная тема это Дуэ Флип. Либо Игл на Тульской, батутный парк Игл на Тульской, вообще охуенный, охуенная тема. Пригоняю в Москву, да, попозже. Ты еще работаешь в Гудбатуте, да, работаю. Вот бы Драго и Хайт судили. Не знаю насчет Драго, типа, блядь, не знаю. Я выкупаю его творчество, абсолютно не выкупаю его батлы. Ну, такое, типа, блядь, не знаю, я бы не сказал, что Драго должен судить. Хайт, по-моему, как-то более объективен, мне кажется. Опять постригся как лох цветочный. Ну, Ева, ну что ты меня доебал? Иди, блядь, это... Вон, на концерт к Букеру сходи. С МСК до Калининграда, час на самолете. Ну так чё, ну ёптали, езжай, блядь, давай тогда, хули, и захвати что-нибудь выпить. А кому в команду изначально хотел, Кокси или Смоки? Конечно, Кокси, все хотели Кокси в команду. Делал двойной бэк-ту-бэк, только не взяли. Конечно, нет. Что, долбоёб, что ли? А, так. Да, вроде все пока, давайте дальше. Бля, вот, видите, мне уже стало повеселее, поинтереснее. Уже, блядь, не так скучно, охуенно, все. Мне уже гораздо все больше нравится. Вот. Ну так что? Блять, ну пишите что-нибудь, что я-то ничего особо не расскажу. По своему собственному желанию. Мне просто скучно, пиздец. Кто из батл рэпа нравится? Ну типа, бля... все из моей команды. Мне нравится... А, и не из моей команды. Сеймур. Мне нравится. Сеймур. И, короче, еще... Недавно посмотрел, на РБЛ вот недавно увидел Огила, блядь, не знаю чем, пиздец зацепил, охуенный тип прям вообще, мне понравился очень сильно Огил. Так, как тебе в голову сбрело сдать заявку на ФБ? Да давно хотел, типа, пиздец, блядь, мне кажется, это подсознательно это было мечтой, блядь, половину моей жизни, нахуй. Наконец-то ламповые посиделочки без бухла, ну, бля, просто скучно, типа, если было бухло, я бы пил, если была компания, я бы пил, я уже говорю. Как там Окси? Ну, как там в Египте? С кем будет первый батл? Ничего не могу сказать. За спойлеры сразу не спрашивайте. Сорян, не могу. Как пришла мысль в голову сделать тройной палмдроп? Да хуй знает, я просто пропизделся перед пацанами, что сделаю, и нужно было за слова базарить. Когда пари на Версус будут... Да хуй знает. Ты уже учился? Если да, то где и на кого?
А, отучился. Нет, нихуя не отучился. Я, блядь, мне 18 лет. Я школу, блядь, 1,5 года назад бросил. Типа, какой нахуй? Так, тебе калининградскую водочку или какую? Ну, блядь, мне вообще похуй, любую водочку. Понравилась встреча с Окси? Конечно, понравилась. Как она может не понравиться? Сеймур, да, жаль, что на Фиделио батлет. Ну, нашел Кирилла из подписок Окси. Ну, блядь, охуенно, да? Типа, это, мне это нравится, пожалуй. Покажи сердечки. Как-то необычно. Это как? Я даже, честно говоря, не представляю, у меня сейчас голова особо не работает. Сеймура на Фиделио, ну, честно говоря, мне так похуй на Фиделио, просто не представляете, я абсолютно не смотрю ничего оттуда. Может, блять, один балл видел и все, и типа, просто не собираюсь смотреть. У тебя ДРС со мной в один день, но ты на год старше. Блять, ну, напиши мне в день рождения, я тебя поздравлю. Ройтенфу, где родился? Че делаешь, как живешь, роют. Как с армейкой отношения? Смог откосить? Ну, у меня колено пизда, типа, я занимался, так сказать, профессиональным кручением сальтух. Очень сильно профессионально в нескольких дисциплинах на протяжении 7 лет. И полгода назад разъебал нахуй себе колено. И, как бы, блять, пиздец, короче, вот. Поэтому в армию я не иду. Это точно. Операцию сделаю, может, опять прыгать буду. Так, Рибок шмотки по-братски. Ага, заебись. Типа, как у тебя не получается, попробуй научиться. Чего? Чё научиться? Дохуя прямых эфиров. Да, дохуя, потому что я очень, блять, одинокий человек, понимаете ли? Хотелось бы что-то делать, с кем-то общаться. Тут, блядь, знаете, как охуенно? Вот, блядь, не было бы у меня такой аудитории, короче, я бы сейчас просто, типа, сидел и втыкал, блядь. А тут можно хотя бы пообщаться с кем-то охуенным. Слишком много похер на то, что не похер, да. Киря, вибрацию выключи, а то хомяка моего пугаешь. Сука. Это смешно, ладно. Давай. Сколько бабок сбрил с Окси в газине Рибок, не знаю. Когда на батут, не знаю. Когда колено нормально будет. Сердечки. Да. Кто тут одинокий? Я тут одинокий. Жиза, колени что-то легко разлетаются. Да, чувак, пиздец. Если ты когда-нибудь профессионально занимался спортом, ты меня должен понять. Со мной не общаешься. Ну, чувак, ну а что ты спрашиваешь? Типа, бля, ну, пиши, будем общаться. Чё взял из Рибок? Я уже сказал все на видео. Даров. Привет. Привет, нахуй. Кирилла. Я люблю. Похвально. Незавидное у тебя положение. Помахай как ПМ. Я не знаю, как ПМ махает. Машет. Могу по-своему помахать. Так вот. Достаточно. Не, я правда не знаю, как ПМ машет. Типа, не шарю. Кать, все знают. А чё взял в магазине? Да заебали, блядь. Ну в смысле, чё я взял в магазине? Ребята, я, блядь, на видео сказал, что я взял в магазине. Как думаешь, Мирона заменит Слим Шейди? Заметит, заметит, сорян. Заметит Слим Шейди. Да, наверное, что ты любишь меня. Во сколько лет первую тёлку выеб? Вот это вопросы, блядь. Так. 12 или 13. Расстроился, если бы Смоки в команду взял? Особо нет, но типа пизжи же Окси, логично. Тем более творчество Смоки мой я особо не оценивал никогда. Ну как, типа, у него есть прям буквально парочку годных, может, треков, но в общем-то особо не прикалывает. А Мирон, как бы, блядь, Мирон всем нравится. У меня тоже травма постоянная, каждый раз на одной и той же ноге лодыжку подворачиваю. Ну, бывает, типа, блядь, сочувствую. Как отбатлил против Бови? Я не знаю, кто такой Бови. Я не знаю, кто такие батлы. Я ничего не знаю, чувак. Никаких спойлеров. Поэтому, бля, нахуй. Так, что за вопросы? Сам на шпагат садился, разъебал мениск. Да ладно. На шпагат сесть и мениск разъебать, чувак. Ты удачный, однако.
Хотя бы отвечаешь на вопросы, потом твои эфиры будут смотреть гораздо большее количество человек. Ну, надеюсь, типа, я не хочу показаться, опять же, ЧСВшным долбоебом, поэтому я и в ЛС всем отвечаю, и, блядь, прямой эфир веду, типа, постоянно. Ну, и это, во-первых, а во-вторых, потому что мне просто скучно. Поэтому, блядь, стараюсь общаться с аудиторией, потому что общаться, в принципе, больше не с кем. Вот, по крайней мере, на данный момент точно. Как тебе в небо батл в Казани прошедший? Охуенно. Было, блядь, жарко, пиздец. Как дела? Хорошо, очень. Привычный вывих называется. Я понимаю тебя, да, у меня такая же хуйня с коленом. У меня, наверное, либо крестов там нет, либо мениском, пизда, я вообще хуй знает. Я МРТ не делал, но я уверен, что все очень-очень плохо. Потому что оно у меня вылетает даже при ходьбе. Каждая строчка залетает четко, и ебу твой рот, словно зубная щетка. Неплохой такой панч, кстати, мне нравится. Типа, напиши мне авторов в ЛС, ладно? Короче, не всегда отвечаешь. Ну, это я тебе не всегда отвечаю. Как думаешь, почему скрип не любит музло Окси? Не знаю, а мне, я вот не люблю музло скрипа. Блять, ненавижу вот ебаного скриптонита, короче. Не могу его слушать вообще, я не понимаю, о чем он говорит. И, типа, мне не вкатывает, в принципе, блять, ничего в его творчестве мне не вкатывает. Паландропов, твоя настоящая фамилия? Нет, конечно. Настоящая фамилия у меня ВКонтакте указана. У тебя есть треки? Нет, у меня нет треков. Пока что. До конца сезона, ребята, у меня просто, честно говоря, времени на это не будет, скорее всего. У тебя есть домашние животные? У меня есть кот и собака. Когда Версус скоро? Есть для тебя такие мемы, которые... Темы. Там просто, блядь, у меня экран разбит, поэтому... Есть ли это такие темы, которые не трогаешь для батлов? Нет. Я, блядь, думал, почему палмдропов? Интересно, знаешь, что это сальтуха такая? Ты чё, угораешь, что ли? Чувак, камон, блядь. Я не знаю, если ты когда-нибудь прыгал и не слышал обо мне. Очень, очень жаль. Потому что я, между прочим, чемпионаты России выигрывал. По паркуру и батутному фристайлу. Бам! Купи бандаж. У меня есть Артес, типа за 5 косарей. И как бы нихуя он не помогает. Собираешься еще раз в Казань? Ну, типа, если позовут судить, то да, я съезжу. Бля, мне смешарик ответил, охуеть. Е-е-е-е-е, чувак, пиши что-нибудь еще, я тебе еще раз отвечу. Покажи котик и собачку, ребятка, блять, ребятка. Да, вот именно так хотел сказать. Мне так впадло, пиздец, честно говоря. Поэтому давайте лучше потом. Долго учил контрзаднее? Нет, да. Сначала я его научился, потом опять разучился, потом опять научился, и это все на протяжении, блядь, лет 5. Сегодня в Питер вылетаешь? Ничего не знаю, моя штанга с краю. 2 года на батутах, но типа не шарю в саревах. Ну, заебись. Заебись, натурить четко. Натурить четко. Не интересуешься сребами, не надо. Интересуйся чем-нибудь пополезнее. Когда тебе сказали о проходе на версию, на версус, твоя реакция. Ну, бля, я, наверное, в жизни так сильно не нервничал, когда мне позвонил Рестор в тот день. Я, блядь, меня трясло, как пидораса последнего. Я хуевал конкретно и был очень-очень сильно счастлив. Я скурил, наверное, сигарет 15 подряд и, блядь, и меня трясло, наверное, часов 5 после этого. Как зовут собаку? Мою собаку зовут Вишня. Блять, как прям вот в этом, в Кемерово. Ты из какого города? Я с Владимира. Какие батлы? Иди на турнички, подтягивайся. Блять, вот этим и займусь. Напишу сейчас Рестику, что нахуй мне это все не нужно, и пойду на турники. Кого слушаешь, кроме Маркула? Я тоже его большой фан. Да я много чего слушаю, типа, из русского. Очень много, типа, мне... Бывает, вкатывают такие исполнители, которые мне в принципе особо не вкатывают. Блять, ну, абсолютно меломан, но в основном так русскую музыку слушаю. Зачитай панч про смешариков. Панч про смешариков. Я говорил, что... Как там, блять? А может, хочешь хайпануть, чтоб к тебе тёлки бежали? Думал, вышел ебальником, как из дома смешарик. А, ну, типа, блять. Такая хуйня. Скажи честно, ожидал, что после отбора тебя возьмут? На 75% был уверен, что да. Заметил, бля, я уже молчу. Пх, 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 пх.
Смешно. Есть любимый фильм-сериал? Любимых нет, есть много тех, кто нравится. ATL, послушай. Кто это такой? Я вообще типа не знаю, что это за исполнитель такой. Чувак, ATL охуенный. Блять, я вообще не знаю, кто может не слушать, не слышать в смысле ATL, типа, блять, так просто написал, типа, ATL, послушай, как будто это что-то, как будто что-то, блять, что, о чем я не слышал. ATL охуенный чувак. Охуенное творчество, он гениальный, нахуй. Какие батлы тебе больше всего нравятся? Ну, типа... Да слишком их много, типа. Слишком много. Батлеры, может, какие-то там мне нравятся. Ну, типа, ну, батлы... Ну, блядь, ты что имеешь в виду, типа, жанр? Ну, какой, блядь, в смысле, вид... Ну, вид батлов, типа, комплементарные, может, не комплементарные, типа... Хуй знает. Пиар в сторис, когда будешь делать? Скоро сделаю, короче. Я просто всех вместе сейчас собираю и потом в один денек ебану. Что типа чуваки мне скидывались на водочку. Как думаешь, летает топовый МЦ? Летает топовый МЦ. Бамблбизи слушаешь? Слушаю. Был на концерте Бамблбизи. А Катя была на концерте ATL. Катя, ты молодец. Пирокинезис слушал когда-нибудь? Не вкатывает абсолютно. Не знаю, вот этот человек вообще ни одной песни его никогда не добавил, хотя, в принципе, блять, иногда делаю для себя исключение и добавляю самых различных долбоебов. Вот пирокинезис мне никогда не вкатывал. Блять, никак вообще. Бамблбизи слушаешь? Да, уже сказал, слушаю. ПМ возьмет сезон? Да посмотрим. Зависит от него. Почему у тебя такой стыдный инст? А хуй его знает. Ну, мне похуй, типа, стыдно, не стыдно. Абсолютно до пизды, потому что, типа, ну, блядь. Потому что мне похуй. Реально, типа, я такой, какой я есть, и, как бы, стыдиться, блядь, этого абсолютно не собираюсь. Что-то скрывать, блядь, какие-то рамки составить, что, блядь, это делать можно, это нельзя, короче, и там, блядь. Вот это вот воспримут хуёво, а вот это нихуёво. Мне абсолютно похуй. Абсолютно, чуваки. Я просто хуй клал на это. ЛСП, заебись. Люблю ЛСП. Это nice. Советую послушать, если не слышал еще. Чувак, по-моему, Сидоджи Дубущита здесь слушали все. Зато Стефес вкатил. Ах ты, сучка, это все из-за тебя, типа, блядь. Если бы не ты, мне бы эта залупа никогда не вкатывала. До сих пор за это стыдно, блядь, что добавил эту хуятину. Какие ставки на твою команду? Ну, типа, я уверен, что выиграет чувак из нашей команды. Кто именно, не знаю. Слушаешь Локимина? Не слушаю Локимина. Нормально отношусь к творчеству, но мне не вкатывает. Почему ПМ на видео какой-то разочарованный? Ну, это просто ПМ, мне кажется, он обычный такой. Что за рисунок на футболке? Похоже на чувака с микрофоном. Нет? Я хуй знает. По-моему, это... Блять. Я хуй его знает. Какие-то чуваки. Привези мне пизду, как курьер секс-шопа. Ваня Арибу, иди нахуй. Знаешь, Домино, конечно, как тебе Кизару, хуёво в основном, но может быть и нет, типа, блять. Короче, 80 на 20 хуёво. Тупак или Биги, Марку? Любишь твиттер Локимина? Не смотрю туда. Фотки в профиле с той тёлкой, которая на вписке была? Нет, ни в коем случае, чувак, камон, ей 15 лет было. И она страшная была. Хочешь на BPM? 50 на 50, было бы неплохо. Гостмейна слушаешь? Ня. Вообще нет. Песня Лил Пипа, как тебе? Бля, ну, годное творчество, процентов на 70, в принципе, вкатывает, прикольно. Я бы сказал, что, типа, жаль, такой талант, но мне похуй. Ну, блять, Lil Peep, как Lil Peep. Был прикольный звук, и все. Так, что там еще? Что я пропустил? Бонс, бонс, как мне? Ну, прикольно, прикольно. Короче, еби в сезоне, GL, я желаю тебе спокойной ночи, но смоки сосет хуй намного четче. Как скажешь. И отрицать не буду. Сколько тёлок уже поимел? Чувак, блядь, половина всех городов мира. Чё кого? Да хуй знает. Найди именитого человека, который хорошо отзывается о Кизару. Хуй знает вообще, я не знаю. Блядь, Артём Тарасов.
Назови трех топовых рэперов, на твой взгляд. Камон. Так. Да хуй знает, их слишком много. На вкус и цвет вся хуйня. Мне нравится Тирэпс, Рикиев и Марку. Я как типичный школьничек. Поэтому, типа, все норм. Ну, бля, не знаю, вот Тирэпс мне, допустим, как исполнитель вкатывает гораздо больше, чем как батлер. Понятия не имею, почему. Любимый трек. Ну, вы, конечно, задаете, пацаны. Вот этого я, честно, не знаю. Много любимых треков. Любимого определенного нет. Вообще никак. Хотя на данный момент, наверное, ну, любимый трек — это как трек, который, типа, я могу переслушивать очень-очень много раз, и, типа, мне будет абсолютно похуй, он мне не будет надоедать. На данный момент это трек Тирэпса No Rest. Мне очень понравился, зашел, и я его слушаю несколько месяцев, и мне, блядь, не знаю почему, абсолютно не надоедает. Себя больше видишь в новой школе или тебе Old School нравится больше? Блядь, новую школу в принципе не люблю особо, то есть, блядь. Короче, нет, я, конечно, себя в новом, блядь, этом, в новой школе абсолютно не вижу. Нахуй новую школу. В пизду. Вот, знаете, лизеров всяких вот этих, блядь. Нихуя. Не будет такого. Да ладно, типа, вообще похуй. В какой профессиональной сфере хочешь развиваться? Блядь, ну, типа, там, батл рэппинг? Не знаю. Ну, хуй знает. Оксимиронинг. Трис подбива или панч прокана? Сука. Блять, Трис подбива. Я прокана больше не шучу. Рик и Морти смотрел? Нет. В Иркутске был. Переживал перед первой встречей с Мироном, да. Бля, такой панч ты пропустил. Мои ебаные сообщения вообще видно? Отпишите, пожалуйста. Да видно, конечно. Я так и знал, что Гена. Ё-моё, обожаю. Скоро опять твою трансляцию будут в YouTube заливать. Надеюсь, нет, я, типа, просто мне скучно и вообще мне похуй, типа, я же чем-то важным здесь сейчас не делюсь, поэтому я надеюсь, что никуда ничего не зальют, я просто чисто вот для себя кайф половить перед сном, чисто реально пообщаться запустил. Скинь ссылку на топ-порнуху. Мне нравится Райли Рид, ищи сам. Пам-пам-пам! Короче, панчи со смешариками еще будут. Трек, когда... Не знаю, после сезона. А чё он не читает? Я тут потею и думаю, что написать пиздатого. Постригся? Симпатично. Еще как. Мне даже нравится. Зачем тёлок голых не своих в инст выкладываешь? В смысле, нахуй, не своих? Это все пиздёж. Тёлки были мои. Потому что посмотри татухи на руке, и ты все поймешь. Понял, бля? А нахуй. Оксимирон, больше нравится как батлер или исполнитель? Конечно, как исполнитель. Однозначно. Какие книги читаешь? Блять. Ну я же типичный школьник. Конечно, я не читаю книги. Пробовал читать так же быстро, как Бамблби. Бамблби, да, конечно. Как маму зовут? Так, как там? Главного героя мамы Соболева Татьяна. Любимая песня Маркула. Да блюз, наверное, сейчас. Последний билет, конечно, топ. Рэп-перископ уже здесь. Салют, рэп-перископ. Пожалуйста, не выкладывайте меня никуда. Я просто, блядь, я нихуя же не сообщаю. Особо того, что можно было бы... Чем можно было бы заинтересовать ваших подписчиков. Поэтому, блядь, не надо. Я просто хуйней страдаю. Рэп-перископ 100% выложит трансу. Не надо, пожалуйста. Я же нихуя не говорю такого интересного. Да, я, конечно, я бухой. Ну, типа как, не сильно, но сейчас отхожу. Окей, ребята, я прошу минуточку внимания. Заранее скажу, что не приложил я старания. Да, сука, я помню. С такой интонацией читаешь, как заводит, сука. Ну, в смысле, не твой, тип, не твои тёлки. Не знаю. Подъёбы за батуты были.
Ну, типа, не знаю, на батлах точно не могу сказать. А так, в принципе, конечно, были. Сколько тебе лет? Мне 18. Играл в компьютерные игры? Не играл. Как тебе панч? Да, это мой косяк. Пролистываю сразу. Сколько тебе лет? Камон, мы не знаем. Я очень много раз говорил, что мне 18 лет. И я такой вот парень. Назови любую песню Окси из любого из микстейпов. Зачем ее называть? Похуй, пускай будет. Давайте хитиновый покров, пускай будет. Как тебя обладает? Хорошо. Забатлишь Эминема на BPM? Эминема на BPM? Да, конечно. Изи вообще. Изи, изи. Гофитс Джубили. Знает. Конечно. Прям, бля, я сейчас позвоню. Типа, салют, Джуб. Давай ебанем фит. Что думаешь о гнойном? Это чтобы в YouTube выложили. Хуй знает. Последнее время такие у меня противоречивые мысли на его счет. Не хочу об этом много разговаривать. Да, сегодня меня узнали, кстати, на улице. Я сегодня зашел в Бристоль купить себе пиво. Меня на кассе узнали чуваки. И, короче, такие, типа, ты что, с Версуса? Я говорю, ну, типа, да. Он говорит, в команде Мирона, типа, в натуре. Я говорю, ну, да. И они, короче, купили мне два пиваса. Пробили за свой счет. И, типа, блядь, всегда бы теперь так вот. Пошел в магазин за продуктами, короче. А тебе на кассе там подходит какая-нибудь бабуля такая, типа, ты с Версуса, да, типа... И пробивает нахуй всю корзинку с твоими продуктами, короче, за свой счет. Вот охуенно было бы. Ты каждый день выпиваешь, да? Каждый день выпиваю, типа. Ну, блядь, ну ладно, не каждый, типа, камон. Типа, через день, может. Как скучно, типа, так и пью. Да хорошо же бухать там полно дропов, да? А что еще делать? Нехуй делать-то больше. Так. Так. Как тебе Тимати Крид и их новый клип? Охуенно, типа, Тимати Крид и их новый клип. Как мама, папа, я спортивная семья звучит. Да хуёво! Панчи про баксы в бане, это пиздец просто. Это хуже, чем, блять, не знаю, хуже, чем панчи про зубную щетку. Сэм или фит лучше? Ага, да. Действительно. Восточный Мордор. Да. Восточный Мордор, нахуй. Вот, блядь, именно его я хотел назвать. Так, сейчас чем пропустил, нет. Пока пауза. Пам-пам-пам. Блядь. Это мой косяк, ведь я забиваю. Охуеть. Пиздец, чувак, это панч. Реально, зубная щетка просто. Так, ну чё? Где зуб, блядь? Договорил я уже 1000 раз, блядь. Пиздился я с таксистом, будучи бухой в сопли. Я ему ёбнул по бамперу, он мне поеблу, типа, всё просто. А, бля, серьёзно, что ещё делать, если не бухать? Да в натуре нечего больше делать. Чё не спишь? Да хуй знает, на самом деле, не хочу пока спать. Хочу покурить и опять нихуя не делать. Ник в инсте, который Палмдропов придумал, чтобы... Блядь, сейчас, секунду... Чтоб смешариком не называли. Чувак, у меня инста под таким ником уже 3.5 года. Пиздец, у тебя причесон, конечно. Да, конечно, я лох цветочный. Летай, это Тупак воплоти. Рик и Морти не смотрел. Вот, странно, да? Пиздец, а не клип. Еще и название, короче. Просто ясно все, да, в натуре. Ты нигде не учишься? Нет, нигде не учусь. Уже 1.5 года. Как тебе гнойный, как батлер? Блять, вот я не понимаю людей, которые говорят, что он там мессия просто, там вообще охуенный, самый лучший, блять, не могу ничего вообще вот подтвердить как-то это все. Обычный батлер, типа, есть ребята, по-моему, на мой взгляд, гораздо сильнее. Тот же PM, типа, я уверен, что если бы Слава не слился с батла с PM, его бы хорошенечко выебли. Я ему ёбнул по бамперу, он мне поебул. Ну, конечно, типа, это всё просто, типа, блядь. Так всё в жизни работает. Я стоял, блядь, бухой в сопле под водочкой. Я его даже не видел, короче. Мне просто прилетело где-то там со стороны. Ну, я даже не понял, что произошло, короче. Я, в принципе, его не заметил даже, что он, блядь, подошёл ко мне. Когда пот с Версуса не может найти собутыльника, у тебя стоит бутылка Бакарди, грустит, обида ебаная.
Эх, Вовка, пиздец. Очень жаль, что ты не Владимирский. Я бы с тобой эту бутылочку Бакарди разъебал бы с удовольствием, просто с огромным. Эх, блять, вот это печаль. Прям реально. Вот, сука, всегда так. У нужных людей всегда есть что-то выпить. Смотрел Батл Окси против Дизастера? Смотрел, конечно, конечно, смотрел. Как же это можно было не посмотреть? Легендарный батл. Забэ говорит, что ваши тимы говно. Ну, лично насчет меня Забэ плохо не отзывался вообще, в принципе, потому что я, насколько знаю, он мне лично об этом говорил, насколько я помню, что я ему изначально на отборах понравился. Го Рум Тур, покажи, где живут будущие звезды. Ну, чуваки, типа, блядь. Да вот здесь, вот, ёпты, и живут. Комнатка обычная. Самая маленькая в доме. Хочу переехать в комнату побольше. Но мне здесь нравится. Это, блядь, как у Гарри Поттера, нахуй, в шкафу, блядь, под лестницей. Выбрался самую хуёвую. Хотя свободных еще 3 штуки в доме. Не кури! Ты чего? Червячок, что ли? Да. Сука, у меня времени... 1:15 всего лишь. Так, я послушала трек КПСС 30 минут и выключила. Ну, смотря какой. У него есть вроде неплохие. Так. Со скидосом за кес улетела. Неплохо. То чувство, когда забросил батики. Чувак, я бы, блядь, прыгал с удовольствием, но... У меня колено пиздец. Хочется стать палмдропом, чтобы тоже предлагали на халяву бухнуть. Бля, мне везет. Я тоже, мне хочется стать палмдроповым. Да типа не, камон. Много кто предлагает бухнуть, но, к сожалению, это ребята из очень далеких-далеких городов, из других миров, из параллельных вселенных и так далее. В конце ФБ будет батл лысых, но только если ресторатора и лысого из Бразерс, короче. В другом, как бы, случае вряд ли что-то ожидается. Так что вот. Блять, нихуя себе, в 1:15. А вы сами-то что не спите, ребятки? Тут 30 человек смотрит, типа... Ну, лично для меня, короче, это много, наверное. Для 1:15 ночи, блять. А чё вы вообще не спите-то? Многознал, неплохой, своеобразный парень. Мне нравится. Ну как, неплохо. Так... В других измерениях, да, в других измерениях. На Дорету пока, не знаю, но как-то по мне это полный пиздец. Бля, ну да, может быть. Все еще впереди, старина, не ссы. Бухнул бы с Высотяном, да с удовольствием, прямо сейчас с Высотяном бы бухнул. Летом на БМФС поедешь, хотелось бы. Типа я с Калининграда. Умница. Ты ложишься в 4 всегда, да. Смотрел Шерлока, вообще любую экранизацию? Ну, конечно, типа, я все экранизации Шерлоком смотрел. И с Дауни-младшим, и с Камбербэтчем, и наш российский уёбищный. Лучше бы не смотрел. Ты бы мог затусить с человеком, которого не знаешь? С удовольствием, честно. Мне вообще похуй, с кем тусить. Лишь бы люди были адекватные. Даже если я их не знаю. Мне достаточно будет первых, блядь, 5 минут, чтобы определить это. Да бля, я рядом с МСК, могём тусануть. Окей, предлагай. Пересматриваю твой батл. Очень приятно. Бессонница ебучая. Пишет Оксимания. Ой, ну если бы у меня была Оксимания, у меня бы тоже была ебучая бессонница. Это да. Ну, блядь, не то, что бессонница. Я, короче, да скучно просто, блядь. Хочется какой-то движухи. Хочется поехать куда-нибудь напиздячиться, блядь, в сопли. И не знаю, блядь, завалить какую-нибудь... Смотрел «Восьмую милю»? Смотрел «Восьмую милю». Охуенный фильмец. Ну все, поэтому я еду домой. Я еду летом к тебе тусить, пойдем. Пошли. После того, как закончилась съемка встречи Оксимирона, что было дальше? Пили? Дальше с ребятами, с моими друзьями. Окси бухает или это просто был сок? Просто сок. По-моему, ты первый человек, кто о нашем Шерлоке плохо отзывается. Чувак, наш Шерлок это полная залупа, вообще абсолютно неинтересно. Я смотрел через силу, это, блядь, полный пиздец.
Не понимаю людей, которые ставят себе в ник знаменитого рэпера. Ну, не знаю, наверное, я тоже не понимаю. Алкаш, ёпта. Угу. Прочитай скороговорку. Давай, диктуй, давай попробую. Посмотрим. Палмдропов, если не хотите, не берите. Хотим, хотим. Ну да, смешно было. Или просто знаменитого Чедовек. Чедовек. Сука, охуеть. Они всю съемку пили. Что было после съемок? Чё? Пиздец! Жизнь, говоришь, надо нахерачиться. Ага. На мели мы лениво на лимы ловили и меняли... Так. Сейчас текст сначала прочитаем. На мели мы лениво на лимы ловили и меняли лимана, вы мне на линя. О любви не меняли, вы мило молили, в тумана лимана манили меня. Да. На мели мы лениво на лимы... Блять, ладно, заебись, я вроде разок прочитал и похуй. Как тебе, Глеб Калюжный, если знаешь такого? Не знаю. Не знаю такого. Если он меня знает... Я не знаю, кто это такой. Ой, блядь. Сука. Почему вот... Ребят, напишите каждый, почему вы не спите в такое время суток? Уже поздно. Блядь. Не знаю. Сегодня же вроде пятница. Почему вы не бухаете где-то? Почему не тусите? Почему сидите дома и смотрите скучную трансляцию? Типа, в чем прикол? Почти. Почти, почти. Киреев, 27. Оцени панч. Если колешься в живот, это не делает тебя самураем. Чё? Хуйня же какая-то. Ебани сальтуху на Версусе. Ой, ну даже не знаю. ЕГЭ. А, ну тогда понимаю, да, экзамены, это понятно. Почему... Бля, тихо. Почему? Потому что хочется посмотреть на тебя. Ой, ну ты понятно. Стёкол как трезвушка. Я не сплю из-за тебя. Ага. Бухаем. Салют, пацаны, вот кто бухает вообще прям, вот, блядь, удачного вам вечера. Делаю рэп, это уважительно, конечно. Ну так, будущее батл рэпа смотрим. Прикольно. Я вот ебашу свой Бакарди, блядь, Вова, адвокат. Я, сука, к тебе хочу ебашить твой Бакарди, это охуенно. Потому что сбиты биоритмы, понимаю. Да тебя интересно смотреть, спасибо. Вряд ли я бы не смотрел. Я накуренный, меня колбасит, не могу уснуть, завтра потусую. Порнуха 14. Как жизнь, Кирюх? Хорошо, все хорошо. Мы не пьем, мы домашние бублички. Что за слово? Dead in the middle of little Italy, little did we know. Что, блять? Хуёво у меня все, да? Если бы не твой эфир, то спала бы. Ну, прости, пожалуйста. Ёб, у тебя бухого дикция лучше, чем у меня трезвого. Нет. И вот зачем ты на больное? Бухать хочется всегда. Не всегда возможность есть. Именно так. Я-то каждую ночь до 3-4 сижу. Сегодня отдыхаем от бухла, ибо в 17 лет ненормально бухать уже 14 дней подряд. Нормально. Да чё спать, экзамены написаны, водка выпита, почему бы не попалить трансу? Бля, охуенно, охуенно. Респект. На какой лейбл бы пошел, если бы занимался музыкой? Блять, ни на какой бы не пошел. Я бы просил бабки, там, по 14 миллионов долларов за лейбл, как Lil Pump. То чувство, когда был подписан на паркурмена, а сейчас он какой-то рэпер. Бам, пием, да ты заебал транслировать. Да, блядь, братишка, скучно мне, пиздец, вообще делать нехуй. Пить не с кем, блядь, сижу и, блядь, спать не хочу. Вообще, пиздец, не знаю, что делать, блядь, скучаю я, нахуй, по Маркову. Киря, регайся в Твиттере,
блядь, попозже. Все хотят Кови Адвоката, да, в натуре все хотят Кови Адвоката. Ты сам сдавал ЕГЭ на соку успешно? Я не сдавал, я ушел месяца за два до ЕГЭ из школы. Го панч с мягким знаком. На батлах все будет. Сок, ты уже в эфире, нахуй его знает. Какие мультики смотрел в детстве? Шаман Кинг я смотрел в детстве. Скуби-Ду, хуй знает. ПМ, где Марку? А ты что, не Бублик, что ли? Не. Вы уже знаете, с кем батлитесь? Или еще пока ничего не известно? Все, конечно, известно, но я никому ничего не расскажу. ПМ, не тертый калач, а сдобная плюшка. Ребята, ребята, зря вот так. Смешарик на Black Star. Прикольно. Как тебя по ту сторону экрана? Бля, ну... Скучно. У тебя трансляции такие уютные, прям по кайфу. Спасибо. Почему ушел из школы? Ну, как-то раз утром я просыпаюсь, и я проспал свой будильник. Меня мать пиздит по плечу, говорит, ты проспал. Я такой, блядь, я не хочу нахуй никуда идти. Ну, и она говорит, типа, блядь, либо бросай все нахуй, либо иди нахуй в школу. Я такой, да ну нахуй вообще, хочу спать. Лег спать и ушел оттуда нахуй, и устроился на работу на полный рабочий день. До этого, типа, полдня работал, а потом... Ушел из школы. Не знаю, почему, зачем я это сделал вообще, типа, блядь. Не знаю, чем я, в принципе, короче, думал, когда это делал. Да я, в принципе, особо не жалею. Просто это было реально неадекватно. Но абсолютно это никак не сказалось на моем будущем. Так, про шамана короля. Да-да-да. По ту сторону экрана на Версусе. Охуенно. Смешарик, бедный смешарик. А тебе Окси раз 40 напомнил. Угу. Как в лимузине покатался? Охуенно. У ПМа спросите, ему понравилось больше всех. Как перестать завидовать Вове Адвокату? Не знаю, никак. Получается, ты в ПТУ учился? Нет. Почему я в ПТУ учился? Блять, в средней образовательной школе. Общеобразовательной. Я учился в обычной школе. В каком нахуй ПТУ? Что? Вашей команде дис нужно? Может быть и нужно. Выиграешь батл, буду выебываться, что мне отвечал. Да, выебывайся. Все норм. У меня вопрос. 17.03 в СПБ. Да каким хуем ты во Владимире? В смысле, блядь, чувак, ты думаешь, у нас каждый день, что ли, батлы? Типа, вообще, блядь, каждую минуту? Я живу, блядь, здесь, типа, я приезжаю на батлы просто в Питер. Типа, понятное дело, блядь, я переезжать не хочу. Я своим друзьям чаще напоминаю о тебе. Я тоже своим друзьям о себе часто напоминаю. Даже очень часто. Потому что мои друзья часто забывают обо мне. К огромному великому сожалению. Такие дела. Как? Никак не отношусь. Короче, жду на Версусе панч про меня. Бля, Вова адвокат, в натуре я. Если не забуду, конечно, запанчу. Панч на оппонента. Чтобы поговорить с тобой, я оседлал твою тёлку. Но ты такой высокомерный, что к тебе на козе не подъедешь. Бля. Пиздец, ребят, просто, может, давайте общаться, может, без панчи обойдемся. После школы просто работал, что ли? Да, я не закончил просто ее нахуй. И пошел работать, короче, к себе в любимый батутный парк, который я на данный момент уже в рот ебал. Не стрёмно было бросать учебу и полностью отдаваться рэпу? Да какому рэпу, типа, чувак? Я полтора года назад, блядь, школу бросил. Я тогда еще даже, блядь, в душе не ебал, что я буду когда-то на Версусе вообще участвовать. Я, блядь, у меня спорт тогда был профессиональный, короче. И, типа, бросил школу, больше пошел в спорт и больше работал. В месте, связанном с моим этим спортом. Как-то так. Блять, а где ПМ? Там же, где и Марку. После темы «Друзья» хочется тебя обнять. Да.
Да, согласен. Там. Что у тебя с коленом? Не знаю. О, Даша. Привет. Очень давно не виделись. Что с коленом? Бля, хуй его знает. Какие-то связки рваные. Их очень много там рваных. Да пиздец, короче, либо у меня мениски рваные, либо крестообразная. Ты на Егора с сериала «Молодежка» похож, пиздец. Особенно на... Да, я знаю, мне тоже очень много это говорили, прям заебали. Надо было так же сделать, нахуй, в старшую школу попёр. Да, спорт и бухло. В будущем ты планируешь доучиваться? Надеюсь, мне это никогда не понадобится. Что за спорт? Паркур и батутный фристайл. Я чемпион России и там, и там. Ну покажи котика. Ну чувак, он на втором этаже, я заебусь его искать. Бля, жиза, брат, меня с универа... Бля, Вован. Бля, жиза, брат, меня с универа числанули. Пошел в любимую столовку, которую тоже рот ебал. ПТУ тоже учеба. Не Оксфорд, конечно. Ну, хуй знает. Бля, заебень панч про Вовку. Напоминалку поставь. Бля, можно. Кого как личность уважаешь из команды Смоки? Стасяна Энрейджа. Охуенный парень. О, прям, блядь, респект. То чувство, когда притащил ПК Фортусу в 17:03. Ничего не знаю, моя штанга с краю. Никого я туда не притаскивал. Все пришли сами. Поэтому хуй знает. Пам-пам-пам. Пиздец, ребятки, никто мне не пишет в ВКонтактике, блядь. Вообще пиздец какой-то, скучно. Это дача или двухэтажная квартира? Это дом. Частный. Типа, не дача, я здесь живу. Думаю, блядь, покурить выйти. Выйду-ка я, пожалуй, покурить. Одну секундочку, прям буквально. Так, здравствуйте еще разочек, ребяточки. Разъебина, Батли, спасибо большое. Мы все хотим панч про Вовку. Вовка, наверное, тоже хочет панч про себя. Я до последнего был уверен, что это орел на превьюхе Версуса. Чувак, не представляешь, я сам до последнего был уверен, что это орел. В натуре. Вот спокурить хорошую идею. Да, в натуре, чувак. Неплохая. К Соболеву абсолютно никак не отношусь. Мне поебать. Абсолютно. Слушай, я не слушал последний альбом Кровостока, но в принципе неплохо к ним отношусь. ВК всех добавляю. Что мне дает вдохновение для написания текстов? Хуй знает, какие-то свои мысли, какие-то неожиданные вордплей, которые приходят мне в голову. Не кури, молодой еще. Хорошо, не буду. Я девушка, ну да похер. Очень рад. Винс на синий курю. В 17:03 шопе я купил зажигалку. Из оксишопа у меня шмоток нет. Парлик с двумя капсулами пробовал, но мне не нравятся в принципе сигареты с кнопкой. Валидол сквад. Я помню, ты чувак, который обещал мне скидку в баре в Москве. Помню. Привет.
Чё, все так Вовку уже запомнили? Все ждут панчи про Вовку адвокатов. Посмотрим. Данхил черный, охуевший. Не курил. Может быть. Капитан Блэк. Хорош. Фу, ну синий Винстон воняет же бомжами. Не, нихуя. Синий Винстон самая нормальная сигарета. Отца, блядь, по соотношению цены и качества. Кто такой Вовка адвокат? Это чувак, который звал меня распить с ним бутылочку Бакарди. Да, вот эта зажигалка, от которой купи себе свою, уёбок. Она самая. Короче, такая хуйня. Вовка, как божий адвокат. Сука. У меня такая же жига. Она стирается быстро, там надпись пиздец стирается. Слушай, Даш, у меня все охуенно, как видишь. Слишком охуенно. Лучше всех, наверное. У тебя как дела? Да, короче, я очень мало слушаю вообще зарубежной музыки. Очень-очень мало. Один живу? Нет, я живу не один. Ты видел обращение «Летаю к команде»? Да, видел. Смешно. Это прикольно реально было. Ну, типа, летай такой шоумен, ебать. Поэтому, да, прикольно. Так, что там еще там? Че еще? Вроде пока все. Ну, типа, божий адвокат, тот, кто может все оправдать. Ну, хуй знает. Даш, я во Владимире, как обычно, типа, никуда... Ну, как я полгода в Москве пожил, потом понял, что нахуй нам не нужно, и переехал обратно сюда. Показал сейчас своей хомячихе. По-моему, она возбудилась. Хз, что делать? Чувак, ну, бля... Если я возбуждаю хомячков, это, типа, не знаю даже, как реагировать на это. Мы так же далеки друг от друга, как зубы летая. Пам-пам-пам! Маман, не разбудишь? Да, конечно, нет. Ебать ты густь. Густь? Ну, хуй знает. Меня, конечно, как только они называли, чувак, но густь — это какая-то хуйня. Одну, короче, минуточку. Оксимания. Опять тут. Что ты смеешься? Это по-твоему смешно? Алкоголь. Так, стоп, хомяк, это моя тема. Сладких снов тебе. И тебе сладких снов. Как пришла идея для никнейма? Я попозже об этом расскажу, короче. В Ярко-парке давно не был. Блять, Ярко-парк я ебал в рот. Весь персонал и всех. Блять, вообще всех. Нахуй, ебал в рот. Летай, заебись. Флоу у него против Энрейджа прям зашел. Согласен, мне тоже очень понравилось. Жду, когда Окси зайдет в трансу. Надеюсь, не зайдет. Ты же сказал, что эфиру будет... А, ну типа, блять... Ну, эфиры будут, когда я бухаю, да, но, типа, я бухаю-то постоянно, соответственно, эфиры у меня постоянно, но сейчас, на самом деле, мне, наверное, просто скучно стало, пиздец вообще, я не хочу спать, я хочу пить, пить нечего, собутыльников нет, я поэтому все запустил, я уже говорил, у меня дядя из Владимира, думаю, что-то знакомо, угу. Алкоголь или батуты? Алкоголь, конечно, какой вообще, что за вопросы, блять, однозначно алкоголь, ой, бля... Так, чуваки. Нет, я не в МСК живу, я в Москве жил полгода, короче, вот недавно, короче, и переехал нахуй обратно домой к себе, потому что меня просто так заебало. Не нравится мне Москва, короче. Можно съездить затусить на выходные, но чтобы жить там вообще, блядь... Мне кажется, что ваша команда явный фаворит. Однозначно наша команда явный фаворит. Однозначно мы их размотаем, как щеглов в конечном итоге. Вот. Что стоит посмотреть во Владимире? Ради чего стоит съездить? Ну, в смысле, забухать со мной, конечно же.
Ну, вообще, типа, достаточно красивый город, в принципе. Тут много интересных архитектурных всяких памятников. Прикольно, короче. Да, во Владимире. Так, чуваки, короче. Пойду я спать, у меня осталось 22 секунды до конца эфира. Да и, блять, меня уже начинает в сон клонить, поэтому спасибо большое, что разбавили мое скучное времяпровождение своим присутствием. Вот, типа, поэтому всем счастливо. Давайте увидимся, как-нибудь еще пообщаемся.